Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Что ж, всем привет! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поставим новый рекорд покупка в игре Brawl Stars. Просто самый жесткий рекорд на моем аккаунте 23 992 кубасика. И сегодня мы, надеюсь, апнем, не сольем, как это было вот 5 минут назад. Я записывал видосик, но вы его не увидите, потому что я его удалил. Я там слил 20 кубков в том видосе, и я его, понятно, что не выложу и удалил. Вы этого видеоролика не увидите. А увидите этот, где я заново попытаюсь взять 24 тысячи. Второй дубль. Короче, хочу вам сказать сразу. Мы не просто апнем 24 тысячи, а апнем их с челленджами. Юху, юху, круто. Круто, сейчас сольем и все. Одиночная ШД. Я не должен собирать банки. Никакие банки я не должен собирать. Не те, которые там просто валяются, не те, которые я фармлю. Могу тычки делать, но не могу собирать банки. У меня должно в конце боя быть 0 банок. И, кстати, фулл Гейл. Сейчас прокачаем его на фулл. У меня не хватает немножечко совсем ппшек. Ну да, 50 штучек не хватает. Откроем сейчас вот этих вот 100 ппшек и прокачаем нашего с вами Гейла. Ну что же, ребята, давайте. Гейл, 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 Гейл. Очки силы получит Гейл. Ну, конечно же. И есть! Скриншотик на память. Фуловый Гейл. Вау, монеты? А за что? Подожди. А, это же я не полностью свои очки силы использовал. Большой ящик у меня, кстати, еще есть. 180 монеток. Прикольно, прикольно. Совсем плохо, конечно. И мы сможем с вами прокачать Гейла. Ну что же, ребята, давайте. Давайте. Паум, паум, круто, 9-я сила и разблокируется у нас пассивка, круто, все, фуловый ак у меня обратно, как всегда, а теперь полетели, не должен собирать банки, на Гейле, конечно же, играем, на 9-м Гейле, совсем не должен собирать банки и фармить я их тоже не буду, хотя можно, хотя нет, я не хочу приманивать к себе каких-то челиков. Мы с вами будем просто отбиваться, вот, к примеру, ворона вот так вот, на, не попал, круто. Блин, боюсь слить, очень боюсь слить, просто боюсь очень проиграть. Не хочу третий дубль делать, вкачал уже Гейла на фул. А тогда я забыл в прошлом видосе, ну как бы, в предыдущем дубле я забыл вкачать Гейла на фул. Представляете, вышел бы видосик, где я... Не вкачал его на фул и апнул 24 тысячи. Круто, круто. Слава богу, что у меня там не получилось выиграть, потому что я не хотел бы выкладывать такой видеоролик. Блин, хотел апнуть на фул, но забыл совсем с этим пушем. Тем временем у нас 7 бойцов. 7 бойцов, 7 бойцов. Видео будет без рамки, ребята, это тоже, потому что каточка на полный экран будет приятнее смотреться. Ух, так, кстати, ребята, пишите комментарии, топ-комментов не будет сегодня, потому что что-то комментариев очень мало было под прошлым и позапрошлым видосиком. Опа-на, здравствуйте, пишите комментарии, и они попадут в топ-комменты, но должно быть хотя минимум 4 коммента там. Ну, короче, ребята, пишите, пишите, главное, 5, уже плюс, я ни одной банки не собрал, чекайте, ни одной баночки. Так, есть. Разбиваем эту фигню, потому что она очень мешает передвигаться. Ну, как бы мешает. Вот, к примеру, в уголок я бы встать не смог с этой фигней. А так ее разбил и могу. Так, тут никого же, надеюсь. Нет, нет, нет. 5. Пожалуйста, давайте. Убейте еще пару человек, пожалуйста. Ну, меня сейчас зажмут. Меня сейчас хотят зажать. Какой сочный бул. Хочет меня... О, вау, вау, он просел по хп и он сдох. Круто. Какой сочный Леон. Сейчас он сдохнет. У него очень много баночек, но надеюсь, он умрет. Вау, кто там внизу? Ой, воробушек, привет. Так, 4. Так, так, надо ульт, ульт нафармить надо 100%. Так, есть, ульт нафармим. Ульт нафармим. Мы воробушка толкаем нафиг в яд. Давай, 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 крысим, крысим. Ну, давай, давай. Да, ребята, я ни одной банки не собрал. Я ни одной баночки не собрал. Не может быть.
С первой попытки топ 2. Блин, короткий же видос получился. И ровно 24 тысячи. Вау, просто. Вау, я случайно убрал звук. Во, нормально, теперь. Давайте так звук добавлю, потому что у меня зажатие двух клавиш. Я случайно бывает одну зажму как бы раньше. Так, есть. И, кстати, у меня скоро 6 тысяч побед в 3 на 3. Это тоже очень круто. Вау, ребята, я в шоке. И на каком я месте в клубе? Кстати, интересно. На третьем я. Представляете? Ну, передо мной очень жесткие челики, вот, к примеру. Хотя нет, не особо. Ничего себе! Блин, 4 тысячи в одиночных побед. Это какой-то шедевр. Я лично с ним не знаком, но с Андреем знаком. У него 12 тысяч в 3 на 3, жесткий чел, 4 тысячи почти в дуо, круто. А, кстати, я предлагаю Гейла на 600 апнуть. А давайте это сделаем не в одиночном. Или давайте. А давайте еще челлендж. Продолжение челленджа. А теперь самый жесткий челлендж в мире. Ни одной тыки я не должен сделать в этой катке. Ни одной тычки, просто ни одной. Не по банкам. Просто я забываю про управление. Точнее, у меня только есть управление. Я даже не буду вот так вот целиться. Вот показал. Все, отпускаю руку от прицела. И все. И теперь мы просто будем ходить, вот так вот передвигаться. Вон Леон идет, но я, к сожалению... А, нет, не надо меня, пожалуйста. Я нарушил челлендж. Ну, блин, я не хочу сливать. Я нарушил челлендж, сорян. Не выдержал свое слово. Ну, блин, ну и Леон идет на меня. Что я сделаю? Я нифига не сделаю. Я просто наложу в штаны. Ну, серьезно, ну а что я сделаю? Плюс он покоцанный. Не выдержал, к сожалению. Не выдержала моя рука. И начала бить по экрану. А именно по прицелу и... А, тут Мортис. Я его случайно... Ну, блин, я нарушил челлендж. Ребята, я нарушил оба челленджа. Я собрал банку. Я все нарушил. Ну, ребята, это не проблема, ребят. Я могу повыполнять челленджи, жестко повыполнять челленджи на втором аккаунте. Прям жесткие челленджи. Потому что у меня серьезные кубки, я занимаюсь пушем, а не каким-то фановым контентом. Просто решил сделать, чтобы было поинтересней апать. А сейчас я сижу в кустах, потому что я болтаю. А там такая борьба. Так, давайте поможем. Поможем, кому бы поможем. Вот эту фигню надо убить. Так. Джеки Чан, иди отсюда. Давай, зажимай, воробушек. Молодец, Спайк просто лучший, есть. Мы не апнули, да, мы апнули Гейла на 600. Просто самый лучший дубль в мире. Именно этот видосик, круто, ни разу не слили. Конечно, челлендж, к сожалению, я не выполнил. Давайте, Джеки, на, туда. Кстати, а почему она меня не била? К сожалению, я сейчас умру. Ну, пожалуйста, не надо меня убивать. Я не хочу. Этот Гейл был из тех... С тех, кто просто любит жизнь. Пожалуйста, не надо меня убивать. Этот Гейл был из тех... Кто просто убивает Джеки и занимает топ-2. Круто. Подожди. Топ-1 хочу. Топ-1! Нет. Топ-1, к сожалению, я... Не заслужил, потому что, серьезно, я почти посидел полкатки в кустах. И еще мне повезло. Ну что же, ребята, вот такой вот был лютый видеоролик. Мы апнули Гейла на 600 кубков. Апнули в сумме 24 тысячи. 24 тысячи — это не конец, ребята. Это продолжение, и мы должны апнуть 25 тысяч. Уже 24 есть. Круто, ребята, круто, очень круто. До конца сезона еще 6 дней, если я не ошибаюсь, да. За 6 дней... Блин, на самом деле надо играть так нифигово, потому что у меня все уже на немаленьких кубках. Ну, как бы Гейл еще можно апнуть там 100 кубков от силы, потому что Гейл все-таки не такой имбовый боец, к примеру, как Спраут. Вот на маленьких кубках, да, он очень крутой, но, блин, на таких кубках без пассивки, без гаджета. Ну, если честно, надо только Тиму иметь, а не с рандомами играть в ББ, в Бравл Болл.
Ну, короче, вы поняли, ребята, то, что, я думаю, не стоит, хотя, не знаю, вот копите гемасики, рекомендую вам копить гемы. Я, к примеру, очень хотел бы купить тропического спраута, но, к сожалению, его сейчас нету. Даже если бы был, я бы не купил, потому что коплю гемасы на следующий Бравл Пасс. Ну, а следующий Бравл Пасс будет, будет через сколько? Подожди, чел. Сейчас, через 41 день. Но это нифигово, кстати, эмоцию получим. Я эту эмоцию... Да почему вы меня так раздражаете? Ладно, не, потом поиграю, я не ЧСВшник. Сейчас расскажу, видосик сниму и пойду играть с моими сокланами. Точнее, не с моими сокланами, а с сокланами Павла Шампанова. Кстати, залетайте в клуб, у кого есть 20 тысяч, просто вас ждем обязательно. Вот просто ждем вас. Ну что ж, ребята, ну а на этом наш видеоролик подходит к концу. Спасибо вам за просмотр и лайк, надеюсь, вы поставили. Да, поставили. Вижу, ты поставил лайк и подписался. И еще и на колокольчик нажал. Вот это ты просто красавчик. Все, а теперь удачи тебе и до новых встреч. Пока.